10 апреля исполнилось 2 года со дня иерейской хератонии настоятеля храма святого князя Владимира иеромонаха Платона Бойко. В 2011 году отец Платон был рукоположен в сан иеромонаха в Нарском Воскресенском кафедральном соборе, где и начал свое служение. Рукоположение совершил Преосвященный Лазарь, епископ Нарский и Причудский. В 2012 году отец Платон был назначен настоятелем домового храма святого князя Владимира. К тому моменту это еще даже нельзя было назвать храм, потому что это была некая комната, которую нам нужно было оборудовать под храм. Не было еще общины, и вот милостью Божьей, с благословения Владыки, мы уже можем называться общиной, которая живет, которая участвует в церковных таинствах. И это радует, что вот за такой небольшой период времени у нас уже собралось такое братство. Уже 2 года по благословению епископа Нарского и Причудского отец Платон руководит социальным отделом Нарской и Причудской епархии. Под его руководством активизировалась социальная работа в городе, помощь малоимущим и многодетным семьям. Часто проводятся благотворительные акции среди детских домов и приютов. Сотрудники социального отдела посещают богадельни, дома престарелых, реабилитационные центры, больницы и отделения по уходу за больными людьми, оказывая им духовную поддержку. И целью которого является помощь людям малообеспеченным, помощь людям, находящимся за чертой бедности, помощь людям, которые зачастую испытывают духовный какой-то кризис или какие-то духовные потребности, и мы стараемся вести в этом направлении работу. Конечно, больше получается организовывать такие единовременные акции, как по празднику Пасхи, Рождества, к большим праздникам. Мы стараемся не забывать о тех людях, которые нуждаются в нашей любви и заботе. Несмотря на такую маленькую дату, 2 года иерейского служения, отца Платона поздравили и священнослужители епархии, и прихожане храма святого князя Владимира. По окончании литургии прежде священных даров в своем поздравительном слове иеродиакон Ярослав, клирик Нарского Воскресенского собора, пожелал отцу Платону усердия в монашеском подвиге, сил и терпения в служении на благо обители и церкви, а также здоровья и обильных Божьих благословений. Если бы это дело, так скажем, не сегодняшнее событие 2-летней давности, когда это дело отец Платон стал это дело священником, когда на него сошла божественная благодать, немощная и врачующая, когда он смог, так скажем, совершать таинство, только тогда и возможно начало прихода. Но и благодаря, так скажем, стараниям отца Платона, можно сказать, возродился и возрождается князе Владимирский собор. Прихожане храма присоединяются к поздравлениям иеродиакона Ярослава и желают отцу Платону всяческих благ. То, что ты совершил, приняв монашеский постриг, да, это поступок. А служение Господу – это подвиг. Это миссия, почетная миссия, трудная миссия. И дай тебе Бог, чтобы ты был тверд духом в правде Божией, чтобы тебя мы все любим, потому что дети любят тебя любовью детской, ровесники твои любовью братской и сестринской, а мы такого возраста отцовской и материнской. Желаю тебе силы духа. Пусть Господь тебя благословит на этом пути. А мы тебя любим и поддержим всегда. И дай Бог ему многие лета свершения всех его задумок, всех его надежд. Дай Бог ему силы, веры, надежды и любви всех прихожан.